Всем привет, вы попали на канал Hard-Reset Info, и в этом видео я расскажу вам, как делать сброс настроек робота-пылесоса Samsung VR05 R503PWG. Для этого нам понадобится приложение PowerBot E, заходим в него, и после того, как вы прошли регистрацию, об этом, если что, у нас есть видео, вы нажимаете на три точки справа сверху, нажимаем. Далее смотрим на вот этот пункт «Сброс», он у нас в самом низу по сравнению с другими, нажимаем на него и нажимаем «Хорошо». У нас происходит сброс настройки, он уже, скорее всего, произошел. Далее переподключаемся. И у нас происходит заново загрузка. А далее, как подключиться, если что, у нас есть видео на канале. На этом все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите свои комментарии. Всем всего хорошего.